На протяжении всего матча мы пытались играть в агрессивный, атакующий футбол и создавали моменты, даже в сухом по счету. В первом тайме были созданы и немало, но где-то момент с голом, перед голом момент у наших ворот и еще там на последней минуте, наверное, первого тайма, конечно, держал нас в напряжении. Нижний Новгород всегда контратаковал, играя вторым номером, они все-таки, ну, все время пытались так вот нам доставлять проблемы. Но если так вот количественно по моментам, конечно, брать, наверное, наше большое преимущество. Ну и так вот по характеру встречи, по тому, как мы контролировали мяч, как мы, ну, там, доминировали в том или ином эпизоде с единоборствами, я думаю, что это матч, где мы были сильнее. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Жень, от читателя нет вопросов? От тебя. Спасибо. Пожалуйста.